Спасибо. Один заказ. Вот, здесь центр Первомайск. Там Ваня, но что был Ваня, потому что когда обстрел, украинский обстрел попал, здесь после вчера это был абсолютно неожиданно. Это попал на ночь, люди были дома, и такие разрушения, как вы сам посмотрите, полностью уничтожают эти квартиры, это четырёхэтажные гражданские квартиры в центре, и везде есть щебень, но тоже везде есть вспомнить, что здесь был гражданский жизнь, как нормальный гражданский жизнь, который сейчас просто полностью уничтожает здесь в Первомайске, здесь обстрел попадаемся без перерыва.